Спортивная травматология – одно из важнейших направлений в медицине. Широко известный факт, что люди, связанные со спортом, получают в разы больше увечий, в отличие от других. Также нередкими становятся случаи, когда из-за травм спортсмены заканчивают свою карьеру. Изменить ситуацию в лучшую сторону стараются хирурги со всего мира. Россия не осталась в стороне. В Москве не первый год существует Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии. 21 марта ее директор Андрей Королев посетил Рязанскую научно-практическую конференцию. Произошло это благодаря поддержке местных врачей. Энтузиастов, которые хотят поставить ортоскопические операции на поток. Весь смысл этой операции именно, чтобы она стояла на поток. Если их делать один раз в месяц, никогда не научишься их делать действительно хорошем уровне. Это самое главное. В настоящее время в клинике, наверное, процентов 90 есть для выполнения этих операций. Безусловно, что-то мы подкупим, чтобы ставить на поток. Первыми начинали артроскопические операции. Сейчас они уже стоят на потоке, делаются на очень высоком уровне в отделении ортопедии в нашей клинике. Мы этим безумно гордимся. В настоящее время артроскопические операции стали новым словом в хирургии. Проходят они с минимальными травмами. Хирург делает всего несколько надрезов. Врач пользуется эндоскопом, небольшой камерой, изображение с которой выводится на экран монитора. Артроскопическая хирургия – это одна из наиболее актуальных тем современной травматологии и ортопедии, которая очень быстро развивается, появляются новые инструменты, новые технологии, новые металлические сплавы, который вообще не ломается где-то там в глубине человеческого тела, пластмасса, которая абсолютно не отторгается человеческим телом, появляются рассасывающиеся имплантаты, которые бесследно исчезают через какое-то время, и, соответственно, это позволяет через минимальные повреждения кожных покровов, соответственно, и мышц, и фасций, и связок, сделать внутри очень большую операцию. Операции на плечевом суставе в Рязани еще не проводились. Пациентка – совсем юная девушка, которая занимается греко-римской борьбой. По прогнозам врачей, после операции она вернется в спорт уже через несколько месяцев. Все, что происходит в операционной, видят люди в конференц-зале. В этом, как отметил главный врач ОКБ, особенности всех мастер-классов. Приглашенные хирурги проводят операцию и комментируют свои действия. В любой момент зрители могут задать интересующий их вопрос. Это один из факторов, по словам Дмитрия Хубезова, который повышает уровень обучения у студентов. Мы очень надеемся, что артроскопическая хирургия при наличии энтузиастов, а энтузиасты этой хирургии в этой клинике есть, она станет таким высоким стандартом, и клиника сможет помочь всем пациентам из окрестных районов России получать здесь хорошую, современную, высокотехнологичную помощь. Андрей Королев отметил, что Рязань – город спортивный, и очень важно развивать направление спортивной травматологии и ортопедии. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».